Почему чернеет нательный крест? Связано ли это с душевным состоянием человека? Может быть, иногда и связано, но я бы не стал проводить прямой линии между состоянием крестика и состоянием души. Ношу много лет деревянный крестик по одной простой причине. Когда-то много летал, и с ним было проще проходить через всякие проверки в аэропорту. Ну вот он какой был, такой и остается. А кто-то носит крестики серебряные, и они действительно довольно часто чернеют. Не надо придавать слишком большое значение вещам, которые могут быть совершенно обычными. О состоянии души больше всего думаете перед исповедью, во время вечерних молитв, когда вспоминаются разные грехи, на самой исповеди, слушая священника, слушая голос Божий, соотнося свою жизнь со Священным Писанием, прежде всего с Нагорной проповедью. Это гораздо более полезно, чем думать о том, чернеет ли душа в зависимости от почернения крестика или наоборот.